что понимается под правом на отдых. Согласно статье 45 Конституции Украины, каждый, кто работает, имеет право на отдых. Это право обеспечивается предоставлением дней еженедельного отдыха, а также оплачиваемого ежегодного отпуска, установлением сокращенного рабочего дня в отношении отдельных профессий и производств, сокращенной продолжительности работы в ночное время. Что понимается под правом на отдых? Согласно статье 45 Конституции Украины, каждый, кто работает, имеет право на отдых. Это право обеспечивается предоставлением дней еженедельного отдыха, а также оплачиваемого ежегодного отпуска, установлением сокращенного рабочего дня в отношении отдельных профессий и производств, сокращенной продолжительности работы в ночное время.